Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Юрчик и Диман, и мы продолжаем играть на провинции, шестой сервер, и сегодня у нас тут кое-какой пассажир. Да-да-да, ребят, всем привет, короче, подписчиков встретили, вот так вот залез под капот. Здорово, поздоровайся со всеми. Здорово, братан. Нифига, ты подпрыгиваешь, кстати, заменил, да? Да-да-да. Прикольно, читерская у меня бэха на самом деле оказалась. Короче, ребят, не забывайте, короче, скачивать игру, ссылочка на нее есть в описании на лаунчер, играйте вместе с нами, вводите промокоды, сейчас есть ссылка на экране, и, в принципе, получайте деньги при регистрации. Что у нас сегодня по планам-то было? У нас по планам, во-первых, отправиться на гоночный трек, протестировать, так сказать, наши машинки, тем более они у нас одинаковые, как я уже выразился, вот. Ну и, возможно, посмотреть на мотоциклы, которые мы еще даже не юзали. Да-да. Так что, ребята, сегодня у вас будут первые легальные гонки, мать их. Да, наконец-то. Не по городу, короче, а по треку. Нифига, смотри, что творит ля какой. Просто лайк. Красиво ждет. Прыгай, погнали. Кстати, да. Ребят, он на Геттере катается, говорит, до сотки 3 секунды, просто да, машина вообще, зверь. Да, вообще, капс, да, у него, да, походу, ноздрючит на изи. Че, да, слышь, да. Куда там? Получается, нам же, он же в Приволжье находится, этот гоночный трек-то. Ну, где-то здесь, насколько я помню, да. Ну, кто мне дверь выпилил, да? Может, я забили, не знаю. Блин. Ладно, хрен, думаю, не отвалится. Короче, ребят, у нас тут поистине будет жесткая серия сегодня. Хуракан, Геттер, Бэха и, собственно, да, Скайлайн и, старенький. И все подписчики, кстати, все да, подписчики. Да. Поэтому, ребята, если вы также желаете с нами гоняться, вот, ну, я думаю, вы все. Слушай, подписчик на Хуракане, а я на Ниссанчике старом, что-то это жесть какая-то. Нам ехать, нам вроде бы сюда, если не ошибаюсь, или я тут ошибаюсь? Ты смотри, ты ведешь. А, да? А, я там красный был? Я даже не заметил, я тупо по карте смотрел. Не, назад надо, точно, назад. Вот мы проехали въезд, потому что въезд, вот, сейчас покажу я тебе его. Ну, смотри. Просто такие заборы кругом, ничего не понятно. Вот тут вроде был заезд, если я не ошибаюсь. Даже не тут. Вот тут, вот заезд получается, вот сюда едь. А где ты? Вот, ну едь дальше получается. Геттер рядом со мной задница ехал, и ехал довольно-таки неплохо. Кстати, я вижу, он тупо издевается над нами. Это, кстати, да, но это жестко будет, машины разных классов, это, блин, это круто. Да, спасибо за бампер, который ты мне разбил, блин. Прям да вообще кайфом. У меня сзади тоже прыгает. Так, ладно, так, теперь нужно найти начало, если не ошибаюсь, как-то вот сюда, наверное, надо ехать. Я, блин, вообще не знаю, на самом деле, эту трассу. Вроде. Слушай, ну смотрится начало. Многообещающе, на самом деле. Ну да, будет интересно посмотреть, что будет показывать себя Бэха и твой Skyline против Ламбета и Геттера. Ну ничего. Где заезд, не пойму. Короче, ребят, мы добрались до начала старта этой гоночной трассы. На самом деле, мы все битые и разбитые, но тем не менее мы здесь. Короче, что, народ, на счет три, наверное, я думаю, что поедем. По гудкам, давай, короче, ты как раз таки гуднешь. Три раза. Не, давай будет ламба будет гудить три раза. Ламба, гуди, короче, три раза, и тогда мы поедем. Погнали. Ну, в принципе, многообещающе. Тихо. Это страшно просто. Да я вообще его боюсь. Тихо. Ой, кого там разнесло? Тихо. Офигеть, Геттер на двух колесах едет, что творит? Я видел это, капец. Слушай, ну я ушел прям вперед. Я ушел вперед. Я притормозил, я за ним смотрел. Тихо. На самом деле повороты такие жесткие. За мной ламба просто пытается меня вздернуть, слышь? И она, походу, это сделает, тут прямая. Да, конечно, она тебе сделает, это по-любому. Ну, нет, Бэха тащит, ребята, Е60, а вроде не плохо прет. Он прям за мной, слышь? Ой, не туда поехал. Я на пидстоп заехал, прикинь. Юрчик. Так, Геттер живой, тихо, Геттер живой. Меня ламба тупо обошла на изичах, прикинь. Так, я на пидстоп минут. Ламба ушла, ламба отвалилась. Я в итоге еду дальше, короче. Я и на пидстопе успел колеса поменять, прикинь. Ох, а мы с Геттером нормальный просто ход, улетели нормальный с ход. Трассы. Тихо, ламба просто на хвосте. Пацаны, 150, и мы вроде вровень идем, и только вот сейчас на 170 он начинает меня обгонять. Ну, он улетает, на прикинь. На 180? На 170 он начинает меня догонять, и он улетает на поворотах, и я тем временем его просто на маневренности делаю. Офигеть просто, у меня Skyline дорогу не держит, чтоб ты понимал вообще. Тихо. Я врезался, прикинь. Я впендюрился, и меня в итоге, блин, ламба обделывает. А кто меня там догоняет, Skyline, что ли? Да, мы все здесь рядом. Серьезно? Мы просто со Skyline, я пока его ждал вначале немножко, он нормально. Сейчас вперед уехал. Нормально, слышь? Ну, короче, ламба сдернула меня. Второй круг уже идем. Конечно. Второй круг идем, у меня уже тачка дымится, прикинь. Так, тихо. Ну, кстати, у меня есть все шансы догнать ламбу-то. Вот серьезно же.
Ну, мне кажется, он просто не едет слишком быстро. Он едет, он просто на поворотах просирает моменты. Я врезался в Пирелли, короче, и все, встал просто. Серьезно? Вкопанный. Да. Ну, сейчас мы приедем, тебе поможем. Оу, я лампу распендюрил, прикинь. Немного, конечно, серьезно? Подвинул. Да. Блин, я вообще сам ожидал, давай-ка подождите мужик, меня. Мужик, извини, пожалуйста, просто извини, пожалуйста. Я тебя уже догоняю, походу, слышь? Ты же так, розовый у меня на радаре. А тут Геттер интересно придумал. Что там? Мы сейчас вас дрюкнем. Серьезно? Чего вы там придумали, блин? Я в итоге первый еду. Короче, ребята, мы тут подумали и решили, а почему бы нам не обменяться с подписчиками? Они нам предоставили ключи от своих автомобилей. И прямо сейчас мы устроим заезд Ламбо против Геттера. Юрчик, ты готов? Да, давай. Один, сигнали до трех. Два, три, поехали. Слушай, ну, уже поприятнее старт. Уже прям поприятнее. Так, ну... Тихо. Слушай, по тормозам... Там улетает. Ё-мо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это было? Ты меня шиб с дороги, стой, остановись давай. Окей, хорошо. А что, подожди, давай, догоняй. Я не понял, ты меня в жопу, короче, впендюрился, и все, и кобзда. Так, поехали, давай. Погнали. Да что с тобой, ты что, пингуешь? Что ты делаешь? Я еду с тобой. Зачем ты в меня врезаешься? Ты пингуешься, знаешь. Может быть. Ну слушай, прям, ой, как хорошо идет. Сколько ты едешь? 210 тоже. Слушай, Геттер шикарная машина, если я себя хорошо чувствую. Я ламбу себе куплю, пацаны. Просто пишите в комментариях, покупать ли мне ламбу, потому сколько что просто 280, 290, 320, 310. Тихо, по тормозам. Не затормозил. Я чувствую, у нас сейчас Геттер взорвется. Ну, Хуракан надорвет при старте, как ни крути, говорят пацаны. Я не водила. Ты точно Юрчик? Тихо. Нам предлагают, короче, слышишь, нам предлагают стать наравне и попробовать именно, знаешь, вот со старта. Тоже уйдет. Мы приехали, все. Тихо. Да, ребята. Все, приехали. Короче, неплохо. Вы все? Серьезно? У нас машина встала, все. Серьезно? Да ну! Пацаны, вызывайте эвакуатор. Это жестко. Все, приехал? Закончили, не успели начать. Да капец, ладно, я буду, наверное, ждать эвакуатора, а ты пока покатайся на ламбе. Да, ребят. Так, ну что ж, ребят, подведем итоги. Собственно, чем дороже машина, тем она и лучше, все равно как ни крути. Так, и самое интересное, отсюда надо как-то выехать сейчас. Ой, что за пинга была? Не знаю, мне нормально все. Да, ребят, на самом деле, короче, эвакуировали мою машину, и теперь я буду тупо с Юрчиком, вводи меня, мой пиздюк. Я тебя сейчас выкину где-нибудь. Кстати, ты был на кладбище здесь? Нет, я знаю, где достать лопату и знаю, как тебе можно хорошенько ей огреть, да? И закопать. Ну, попробуй. Я-то молодой, мне-то попроще тебя будет вырубить. Да? Ну, поехали за лопатой. Ну, окей, тогда. Погнали. Пацаны, ну, что, помогите, меня украли. Ага, все нормально, все свои. Ну, ладно. За Геттера ему еще отдельно заплатить, да, надо будет. Тачку везем в ремонт, иначе никак. Слушай, ну неплохо покатались сегодня, посмотрели, ну, на, да, кстати, ламбу, да, на Геттер. Блин, ну на самом деле машину-то можно покупать. Я теперь знаю, куда надо двигаться дальше, потому что я прям очень захотел ламбу. Это, кстати, да. Но ламба стоит, наверное, очень дорого. Наверное, тоже 20 лямов. Я думаю, заработаем, пацаны. Здорово, что он делает? Больной, что ли? Он просто тебя хочет сейчас нести. Чертям собачьим. Ладно, ребят, я думаю, что, давай на этом заканчивать. Так, у нас серия получилась более насыщенная, такая длинненькая, вот. Да-да. Что ж, ребята, играйте вместе с нами, ссылка на лаунчер находится в описании. Также вводите промокоды, чтобы получить деньги в самом начале. Они вам помогут развиться, может быть, даже купить свою первую ласточку. Это АК, напомню, как у нас была розовая. Никогда ее не забуду. Машина-зверь. Что ж, ребята, вот такая была серия. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал и всем покедова. Всем пока, ребят.